Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль». Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, водосточной системы и доборных элементов. Поселок Заокский, Нечаевское шоссе, 19. Партнер программы «Банк Рост». Подними свой доход с банком «Рост». Вклад «Рост 2012». Высокий процент, выгодные условия. Город Тула, проспект Ленина, 74, улица Фрунзе, 6. Добрый вечер. В эфире прогноз погоды. Завтра, в первый день ноября, Тульский регион будет находиться под влиянием южного циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятно, небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Этой ночью в Туле -2.0, по области до -3 градусов. После полудня в Туле ожидается от 1 до 3 градусов выше ноля, по области до +4. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха около 70%. На дорогах возможно гололедица, поэтому будьте осторожны. Такая пасмурная погода с колебаниями атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому берегите свое здоровье и укрепляйте иммунитет. В такую пасмурную погоду нам просто необходимо порадовать себя. Приходите в магазин «Дамское счастье». В эти дни там скидки на теплые осенние пальто. Размеры от 42 до 62. Город Тула, улица Плеханова, дом 45А, остановка Степанова. На этом у меня вся информация о погоде. Я желаю вам приятного вечера и хорошего настроения. До свидания.